Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14T. И сейчас я покажу вам, как открыть эквалайзер. Открываем настройки, далее проходим в раздел «Звуковибрация». Здесь мы выбираем звуковые эффекты, и здесь у нас есть графический эквалайзер, можем его включить, выбрать пресет, и также можем, ну, выбрать пользовательский, и здесь уже вручную все настроить, либо выбрать уже готовый. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.